Я слышала, что в Манчестере, в общем, в Англии, живет много людей, которые из Прибалтики. А кто непосредственно из Эстонии, из страны, откуда мы приехали? Мало так, или тихие такие. Ну, есть такие люди, да? Скажите, а вы помните такую группу, она была в свое время очень знаменитая в Эстонии, группа Radio Trends? Так вот, я хочу сообщить, что человек, мой коллега, который здесь находится рядом со мной, он стоял у истоков этой группы и является даже соавтором, наверное, самой известной песни этого коллектива. Какой? Поехали! Летаем дальше. В космос, дорогие мои. Yeah.
давайте еще немножко все вместе. Если очень захотеть, можно в космос полететь. Сами? Можно что? Лететь, если очень. Громче! Еще? Можно в космос полететь. Как чудно у нас получается с вами. Спасибо. Кто здесь из Латвии? Песня про один из любимейших городов мира. Столицу вашей прекрасной страны, наших соседей. Рига. Опять прощаюсь с тобой, как навсегда. Другие испаряюсь города. Но расставанья с тобой я не боюсь. Я точно знаю, я к тебе вернусь. Этой ночи и торжественно обещаем вам, что мы к вам обязательно вернемся. Спасибо! Аплодисменты! Это группа «Лотос».